узнали в феврале 2020 года, это было до ковида, узнала не я, узнал мой брат, так как он тоже сопереживал, пытался как-то помочь и нашел в YouTube ролики. Он мне отправил, я всю ночь смотрела отзывы родителей. Конечно, надежда сразу, и потому что все, что мы делали годами, развитие было очень-очень-очень медленное. Иногда вот так вот даже было, вверх-вниз. И уже потом мы узнали, что есть скидки, потому что я сказала, что я, если потом я уже просто не потяну, нам надо срочно ехать. И мы уже собрались, вот в феврале я узнала, в марте мы уже собрались ехать, но начался ковид. И все прервалось, это было для нас чуть ли не конец света. Мы думали, вот-вот все закончится, и мы в мае поедем, но продлилось 2 с лишним года. Ну, сначала, когда видели на дистанции, видео видела, и глазам не верила, что я вижу Давида, что я вижу Юсефу, что это нормальные, реальные люди, доступные, очень приятные в общении, очень интеллигентные, тактичные. Ну, эмоции не передать. И сразу же, как говорится, подключились в работу. С первых же дней я уже что-то начала чувствовать, что-то происходит. Не могу объяснить, что, но что-то происходит. Я для себя, вот позже я заметила, что уменьшились звуки, которые воспроизводил ребенок постоянно. Ртом постоянно, это было уже невозможно. Какие-то слова начал говорить, фразы, больше на русском говорить начал, потому что... Ну, речь, он же у нас на французском говорит, и так как речь пошла сложно, мы решили, что другой речи дома не должно быть. Только на французском говорим, потому что в школе везде ему будет трудно. А здесь он только на русском говорит. И говорит осознанные нормальные фразы. Им больше говорит. Я нашим все время рассказываю, все радуются. И радуются, что мы приехали, потому что раздумий было много, ехать, не ехать, опять что-то будет, опять придумают, опять новая волна. Я уже решила, что все, не едем. И потом решили, что не сутки поедем. И когда я просто не знала, что делать, ехать или нет, я просто вот как помолилась и сказала Господу, если я должна ехать, ну помоги, чтобы мы поехали. И у нас паспорт я взяла среднего сына с собой, чтобы он сопровождал, чтобы помогал. У него паспорт был просрочен. Удивительным образом паспорт подсрочно сделали, все нам помогали, все быстренько сделали. И в пятницу он получил паспорт, в воскресенье у нас утром уже были билеты и жилье. И все сложилось. Сначала было не особо видно, потому что родился он по всем параметрам идеальный. До года все было раньше, чем раньше по времени. Но когда он родился, его заразили стафилококком. Он был где-то дней 20 под антибиотиком. И как мне сказали потом там, и здесь Юсефа подтвердила, что просто всю кишечную флору уничтожили. Ну, кишечник – это второй мозг. И потом пошли уже какие-то симптомы. Ночью просыпался, смеялся, не спал. Ну, когда маленький, особо не видно. Ну, не говорит и не говорит. Все говорили, заговорит потом, ничего, это придет. Кто-то говорит, у меня в 3 заговорил, у меня в 5 заговорил. Но мы поняли, что какие-то странные вещи пошли. Он как будто еще когда была прививка в год, как будто вообще был какой-то стоп и вообще другой ребенок. Улыбчивый ребенок, который какие-то звуки издавал, какие-то слова уже появились, все исчезло. И вот мог разглядывать машинку, катать колесо и смотреть, любоваться. Книжки открываешь, он толкает, он ничего не хочет. Потом стали сложности с транспортом. До недавнего времени транспорт был уже невозможен. Мы не садились, потому что были истерики, страх какой-то. И мы его просто не могли затащить. Вот сейчас за один раз после разговора с Давидом у нас это исчезло. Мы садимся на любой транспорт. Когда Давид говорил, я говорю, я уже ничего не понимает, что там. Просто у нас последний, потому что тяжело было сюда ехать, и он не захотел в автобус, и мы его с сыном не можем затащить. И последний раз это был ужас. Мы его затащили, мы его держали, он бился, кричал. В итоге выскочили мы из автобуса, я его ругала. Ну, приехали кое-как, и потом я это Давиду рассказала. Все в шоке. Он с ним строго разговаривал. Я, честно говоря, не ожидала такого мгновенного результата, потому что он вообще, автобусы для него это неприемлемо. И так как сюда едет 71-й, 72-й, он для себя решил, хорошо, в 71-й сажусь, в 72-й не сажусь. И вот так было, что в 72-й мы должны были садиться. И потом, после того, как вот это все утром, вот этот кошмар случился, после разговора с Давидом, мы идем, садимся молча на 72-й автобус и едем домой.
И мы в шоке с сыном, со старшими едем, улыбаемся и сами боимся. Доедем и спокойнее, все. С следующего раза мы садимся только на 72-й, который он как огня боялся. После этого мы ездили на море сами, разные другие автобусы меняли, разные, и все спокойно, более-менее нормально. Слава Богу. Я ему сказала, мы приедем дома, тоже будем на автобусе. Говорит, да. Как-то что-то это происходит, непонятное, но что-то происходит. Доходит что-то до него, у них какая-то, может, своя волна, свое общение, я не понимаю и не пытаюсь найти объяснение. Просто это работает, все, это я уже для себя выяснила. Я скептик, но я не могу отрицать то, что есть. Не верить своим глазам невозможно. Ну, нас отправили к психологу, она сказала, надо логопеда. Отправили нас в какой-то центр, в котором я поняла, что мы там просто потеряли время, 2 года почти. Ну, просто или родители должны друг с другом как-то делиться, потому что если слушать врачей, аутизм – это навсегда, надо к этому привыкнуть, это просто надо адаптировать его по максимуму. В этом центре мы теряли время, там ничего не делали. Я просто поняла, что надо, чтобы все структуры были заполнены. Я, например, рассказываю психологу, что он умеет это делать, он уже так делает, а она меня направляет в госпиталь, дневной госпиталь. Я говорю, нет, я туда не пойду. Мы просто перестали к ней ходить. Мы стали ходить к логопеду, на психомоторику, на эрготерапию. Была ABA-терапия, но это было... Результат в конце был ужасный. Он ничего не хотел делать. Вначале какой-то толчок дало. Имитация все время. Вот он до сих пор думает, что он должен все за всеми повторять. Это большая ошибка. Но потом уже просто в садике говорили, что вы с ним делаете, он ничего не хочет делать. Он видит фломастер, он все швыряет. Мы прекратили. Это все, потихоньку все стало на свои места. Но развитие было очень-очень медленным. И вот так вот. Есть оно, нету, есть, нет. И вот последний какой-то период долгий я заметила, что вот так вот у нас. Ничего не идет. Ну, врачи ничего нам не обещают, никто никакие гарантии не дает. Это навсегда и все. Поэтому... Мы уже много лет делаем логопед, ортофонист, это логопед, психомоторика, эрготерапия. И все. Ну, ходит в бассейн на плавание, в школу ходит с тьютором. Тьютор, она с ним, но он программу, конечно, делает совсем другую. Огромный разрыв в развитии между ним и его сверстниками. Вот 5 лет он уже делает программу 1-го класса. Он уже 5-й класс закончил вообще-то. Вот он даже в себе вот этот страх автобуса переборол, когда я сказала, все, мы идем домой. Он говорит, нет, мы идем к Юсефе. И садился, согласился сесть на автобус и приехать. Доктор Рима, ну, профессионалы все, Шлома. Он всех помнит, всех знает по именам. Он у нас на иврите говорить начал. Для меня это речь, это каша в голове. Он для себя уже какие-то слова уяснил, что-то говорит. Я говорю, что это такое? Он говорит, 17 этаж. Мы сколько поднимаемся на наш этаж, я до сих пор не запомнила. Потом случайно пару раз проезжали другие этажи, он и это запомнил. А это что? А это что? Он все это говорит, что это. Он не просто запомнил слова, он знает, что это означает. Ну, что-то непонятное. Нулевой этаж, 17 этаж, этаж минус 2, остановка, еще что-то, какие-то, вот так прям набор слов. Да. И Давид говорит, что он в точности без акцента говорит. Очень много стимов было, много звуков было. Ртом воспроизводил шипящие, жужжащие всякие звуки автобусов, звуки всего он воспроизводил. Это было уже невозможно слушать. Стимы, когда нервничал, даже когда не нервничал руками, вот это вот было перед глазами. Стимов очень мало. Бывает, когда нервничает, вот редко. Звуки, тишина, можно сказать, почти тишина уже. Потому что раньше рот работал все время, но не то, что надо, говорил. Он стал спокойнее, он стал как будто самостоятельнее, он хочет сам идти. Мы идем в старый город, он знает, где свернуть, куда пойти. Мы больше говорит, больше фраз говорит. Мы возвращались из старого города, я задержалась, хотела что-то купить, они с братом ушли. Он возвращается и говорит, мама, ну почему ты пропала? Слово пропало и почему вот это все. И вот так вот. Больше говорит, стал больше самостоятельный. Вот пришел гражданин, садись. Тебе нравится здесь? Да? Хочешь домой? Да. Или остаться? Да. Остаться или домой? Домой. Хорошо, скоро поедем. С Юсефой хорошо тебе? Да.
А кого любишь больше, Юсефа или Давида? Юсефа. Юсефа. Ну иди домой, иди к Юсефе, я скоро приду. Иди. Но он не хочет, чтобы его учили, он сам что-то пытался подбирать. Это было дома, я купила синтезатор, пыталась его учить. Но вот как и в школе он учит учителей, слушает чужих людей, он слушает лучше, чем маму. Так же, как и уроки дома, быстро. И немножко, а в школе он весь день выдерживал. Ну, и здесь еще они вот с Камилем там пытались что-то вдвоем. И он говорит, что способности есть, надо его. Ну, я знаю, что его надо на музыку, и музыка это разовьет. Способности у него были. Он быстро все схватывает. Ну, вначале немножко непривычно, потому что люди другие, все другое. Люди по-другому себя ведут, более, может быть, ненатуральные, не улыбаются наигранно, но зато такие, какие есть. В старый город ходим с удовольствием каждый день. Скучали, очень скучали по старому городу. И честно говоря, очень грустно расставаться. Хотелось бы еще приехать. Да, конечно, мы планируем еще раз сюда вернуться. Я вижу результаты уже сейчас. Есть родители, которые говорили, уехали, потом начались результаты. У нас результаты какие-то, уже толчок пошел сейчас. После того, как его побрили, у него начал расти черный волос. У него волос был светлый. И череп, когда я видела его череп после того, как побрили, честно говоря, хотелось плакать. Потому что вот был вот как будто срезали верхнюю часть. Потом, когда мы общались с братом по WhatsApp, он говорит, у Максима что, рога на лбу растут? У него начали вот эти косточки выпирать лобные. Я каждый день с утра до вечера смотрела на его голову, а потом говорю, да нормальная голова. А потом я не понимаю, что она-то меняется. И меняется уже с первых дней, и так быстро это все подтверждают, что быстро все пошло у него. Несмотря на то, что он уже большой. Выравнивается все, дай бог, мы надеемся, все будет еще. Поэтому нам очень надо еще раз. Мы приедем еще раз. И родителям, которые сомневаются, которые ждут чего-то и не дожидаются от врачей. Врачи ничего никому не обещают. Я знаю, что есть шанс помочь нашим детям. Я буду рассказывать всем, чтобы этим шансом воспользовались. Потому что я вижу результат уже сейчас, и я верю, что он дойдет до нормы. Как Давид говорит, норма нас не интересует, нам надо больше. Но если он будет в норме, я буду самая счастливая. Для велосипед делать. Что живот уже вырос у нас на галетах. Привет, мой хороший. Мы с тобой сегодня отлично играли. Садись, будем интервью, да. Посиди со мной. Будешь молчать или будешь петь? Будешь молчать. Хорошо, спасибо. Ну вот, короче, я с тобой посижу. Давай ладоши. Вот, поэтому никакого конфликта нету. Все работает и работает на уровне нашего тела, на уровне наших мыслей, на уровне наших запахов, на уровне нашего голоса. Очень важные вещи.